Новогодний турнир под дзюдо в центре единоборств Анапы – второй с момента открытия современного спортзала. На этот раз соревнования объединили более 100 юных спортсменов из различных клубов и школ курорта. Вид спорта формирует характер ваш, и мы видим, что многие герои России, посмотрев на нашу родину, были также учениками школы самбо и дзюдо. Пожалуйста, равняйтесь на таких легенд, и живые легенды здесь присутствуют, и Кирилл Астафович, и Анатолий Шевченко. Те примеры, на которых сегодня является для нашего города номер один. Я вам желаю успехов в сегодняшних мероприятиях, соревнованиях. И хочу, конечно, поздравить всех с наступающим Новым годом. В рамках состязаний руководство спортивной школы номер 4 подвели итоги года. Анапская федерация дзюдо и самбо чествовала воспитанников и тренеров курорта. В этом году мы отработали очень-очень достойно. Наши ученики были победителями многих соревнований. Улучшаются наши условия. А без условий у нас никогда не будет хороших результатов. В Анапе у нас этот спорт развит очень хорошо. Много детей ходит, которые смотрят, мне кажется, на старшее поколение, видят, какие результаты, и как бы у них появляется стимул. А так, мне кажется, дисциплина, главное в спорте дисциплина. Если дисциплина есть, есть и результаты. Побороться за медали турнира предстояло юношам и девочкам от 9 до 10 лет. Несмотря на свой юный возраст, ребята демонстрировали достойную технику. Я занимаюсь, потому что это моя традиция. Я хочу заниматься все больше и больше. Мне уверенность дает на соревнованиях, я тренируюсь, и мне очень интересно. По результатам поединков юные дзюдоисты получили медали, дипломы и, конечно же, сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.